Лучший способ, чтобы не забеременеть. Идеальная контрацепция. Конечно же, сейчас современный мир предлагает огромное количество способов не забеременеть. И те варварские способы, которые раньше помогали женщинам прервать нежелательную беременность, уже остались в прошлом, я надеюсь. И все-таки я продолжаю получать письма с вопросами о том, как же все-таки не забеременеть и как предохраняться. Итак, назову вам самые крутые способы, а вам уже придется только выбирать. Но прежде чем вы приступите к изучению этой важной темы, внизу находится ролик, который вы можете совершенно бесплатно скачать. Ролик о крутых техниках секса, которыми вы сможете разнообразить свою жизнь и привнести счастье и удовольствие. Это будет для вас совершенно бесплатно. Не забудьте оставить почту, куда вам высылать подарок. Ну, а мы вернемся к теме о контрацепции. До сих пор самым эффективным способом предохранения от нежелательной беременности является презерватив. Те 0,000% что все-таки удавалось женщинам забеременеть, оставалось неправильное использование презерватива. Ну, потому что он слетал, не вовремя его надели, неправильно надели и так далее. Здесь я вам рекомендую самые надежные полиуретановые презервативы с агами, потому что они идеально держатся на фалосе и никогда не слетают и не рвутся. Не забудьте только подбирать их обязательно по размеру, ведь дорогие презервативы, как и носки, имеют свой размер. Обратите также внимание на то, что вы можете использовать противозачаточные таблетки. Как ни странно, они тоже не дают 100% гарантию от нежелательной беременности, но при всем при этом эффективно используются во всем мире. Помните, что противозачаточные таблетки вам может назначать только врач после того, как вы сдали соответствующие анализы. Это действительно в большинстве случаев безвредно, эффективно, и беременность наступает только в том случае, если вы забыли выпить таблетки или вам неправильно подобрали форму контрацепции. Напоминаю также еще про кольца, которые также вставляются внутрь влагалища, и ими также можно предохраняться от нежелательной беременности. Гормональные кольца также только по назначению врача. Кстати, с этими кольцами можно совершенно спокойно заниматься сексом и тренировать интимные мышцы. Но сейчас я вам скажу самый крутой способ контрацепции, который дает 100% гарантию. Это будет в конце. Но помните, что если вы сейчас будете еще дальше рыскать в интернете в поисках советов и рекомендаций, которые будут вас предохранять от нежелательной беременности, вы можете нарваться там на такую ересь и чушь, которая, ну, на самом деле существует. И сегодня мне подруга рассказала историю о том, что, выходя замуж, впервые было это, правда, давным-давно, когда еще не было сексуального образования, она не хотела забеременеть, и была такая тема, что если заклеить пластырем пупок, и туда не будет попадать воздух, то можно будет предохранить себя от беременности. Чушь несусветная. Муж ее, когда узнал об этом, катался по полу от смеха. Ну, а что делать? Многие женщины и в это, естественно, верят. И заклеивают пупок пластырем, прыгают после секса, подмываются чем-то или пьют какие-то таблетки. Поверьте, не наносите сознательный вред своему организму. Самый эффективный, безопасный способ предохранения от беременности – это, конечно же, презервативы. На втором месте идут противозачаточные таблетки и кольца, но их назначают только врачи после того, как вы сдадите соответствующие анализы. Ну, а я вам обещала самый эффективный способ контрацепции –
Прежде чем я его вам расскажу, поставьте лайк этому видео. Не забудьте поделиться им со своими друзьями и подругами, чтобы они не оказались в некрасивой ситуации, что на первом курсе института произошла нежелательная беременность. Ведь помните, ранние аборты могут навсегда закрыть для вас дорогу к материнству. Поэтому лучше это предотвратить, чем бороться с последствиями. Я буду вашим лайком рада, комментарием. Обязательно подписывайтесь на мой канал, я вам буду рассказывать еще больше интересного контента. И смотрите мои бесплатные прямые эфиры, которые я регулярно провожу для вас с любовью и радостью. Ну, а лучшим способом предохранения от беременности является таблетка аспирина, зажатая между колен. Вы меня спросите, как же она помогает? Очень просто. Если не раздвигать ноги и все время удерживать таблетку аспирина между ног, то беременности 100% не наступит. То есть единственный способ, который дает 100% гарантию от беременности, это, конечно же, отсутствие секса. Поэтому я считаю, что партнера нужно всегда выбирать с умом и думать, а что вы будете делать, если все-таки это произойдет? Готов ли будет мужчина взять на себя ответственность? Можете ли вы пожениться и хотите ли вы с этим человеком прожить свою жизнь? Готовы ли вы к абортам, к прерыванию беременности или к тому, что вы будете воспитывать ребенка самостоятельно? Да, это все серьезные взрослые вопросы. Ну а как же так? Ведь мы здесь именно для этого. Учиться, получать удовольствие и делать так, чтобы жизнь была яркой, интересной и насыщенной. До новых встреч. С вами была я, Федорова Екатерина, ваш сексолог, чуткий психолог и лучший секс-тренер.